В актовом зале Центральной детской школы искусств «Химок» прошел форум по вопросам персонифицированного финансирования учреждений дополнительного образования. Речь шла о денежных сертификатах, которыми родители смогут оплачивать занятия своих детей в кружках и секциях, в частности, школах искусств. Провела заседание Нармин Ширалиева, министр культуры Московской области. Рабочая группа Госсовета при президенте, которая заседает с определенной периодичностью, в качестве основного вопроса, вот буквально вот только что была эта встреча, вынесла развитие школ искусств в России, потому что сегодня про это все говорят, рассматриваются какие-то новые принципы развития школ. Конечно, один из таких основных вопросов, сложных, которые нужно детально разобрать, это использование новой системы персонифицированного сертификата, потому что не все понимают, как с этим быть вот в нашей сфере. На встрече присутствовали около 260 человек, заместители глав муниципалитета и директора школ искусств. Каждый желающий смог задать свой вопрос и высказать мнение о новой системе финансирования в открытый микрофон.